Всем привет, друзья! Вы на канале «Чем рыбалка», меня зовут Мира. Давно видосов не было, потому что нету дороги никуда. Мороз, буран. Поэтому сидели, как говорится, возле печки дома. Решил выпустить небольшой видео, ролик про подшкурников. Вы все просили обзор на него. Вот такой подшкурник. Она делается из стального провода. У нас в Атбасаре пацаны делают. Я пару номеров, ссылочку вам оставлю в описании, чтобы вы с ними связались и вам отправят, скорее всего, через автобус или через индрайвер. Но хорошие подшкурники. Я на него уже 3 года рыбачу. Срывов намного меньше, можно сказать 10%. Можно сказать 10 на 90 даже. Но жерлицы должны стоять где-то возле вас, рядом. 10-15 метров. Если далеко поставите, короче, ребята, не успеете. Я в Якутию отправлял, Слава Бродникова, вот такие тоже. Сейчас вкратце расскажу об этих крючках, что я о нем знаю. Его в народе зовут казаки, казах, потом как сер, гаки, харагармак. Много у него названий. Но лет 50 точно рыбачат наши. Наши деды рыбачили на него. Многие говорили: «Мирам, отправь через автобус в Астану, Костанай». Я просто этим не занимаюсь, это мне не нужно. Я оставлю номера специально. Общайтесь с пацанами, они могут вам отправить. Скорее всего, отправят, да. Сейчас я покажу вам, как наживлять. Вот живец. Вот снизу засовываем. Все, готово. Щука сзади не сможет взять живца, чисто спереди будет брать. И когда вот тянете, она подсекается 100%. Подшкурник. Ребята, можно даже нагло внутрь засовывать или под шкуру, как вам угодно будет. Как вы помните, ребята, я разыгрывал на рыбалке недавно 3 удочки. Кто первый меня отправил на мой инстаграм видео. В общем, оказался 7 победителей. В общем, победители оказались с Костаная, с Уральска, с Караганды, с Астаны. Даже лично домой занес в Астане. Потом 2 с Атбасара. 7 я удочки отправил через Казпочту. Местным сам лично отвез. Кто-то домой пришел, забрал. В общем, ребята, довольны, я думаю. Всем рахмет, кто участвовал. Кто не успел, не расстраивайтесь. Еще будет розыгрыш летом. Следите за каналом. Всем рахмет за то, что приняли участие. Так и на рыбалку я месяц уже не ездил. Но у нас последний видос уже антизамор. Мы еще раз съездили. На этом мы операцию антизамор завершили. Потому что смысла нету туда-сюда гонять. Потому что помпы нужны там, без помпы там делать уже нечего, ребята. Надо было с декабря или с января заняться пораньше. Замор это всегда было и будет. Ну, на следующий год постараемся уже по-другому, пораньше. Как положено, подготовимся с помпами. Армию наберем рыбаков. Небольшой краткий ролик, минутный, посмотрите, пожалуйста. Мероприятие антизамор. Приехали на ту же старицу. Убедиться, замор есть, нет. Будем также прочесывать озера. Проверим, где рыба задыхается, где нет. Сломали шнек. Кто-то сажает огурцы, помидор, морковь, а мы сажаем.
камыши, тем более на льду, да? Чуть не забыл, хочу поздравить всех с праздником Наурыз Байрам, Наурыз Мейрам. Кутты болсын, акмол болсын. Всем счастья, здоровья, благополучия в семьях. Не болейте, берегите себя, рыбачьте. Рахмет, что смотрите мой канал. Спасибо вам огромное. Ну, ребята, в конце ролика хочу рассказать о моем друге, блогере Антон с Уральска. Антон снимает хорошие видео, где он ловит щук, карасей. Антон на канал, ссылка в описании. Заходите, понравится, подписывайтесь.